Всем привет! Хочу поделиться с вами вкуснейшим, сочным блюдом на праздничный стол. Всего лишь из одного филе. Филе нужно нарезать на тонкие ломтики. Получилось 1, 2, 3, 4, 5 кусочков. Теперь филе нужно немножко отбить. Теперь филе нужно посолить. Добавлю молотый сухой чеснок. Специи можете вообще брать какие хотите, по своему вкусу. Молотую красную сладкую паприку я еще добавлю. Готово. Мясо мы подготовили. Теперь займемся овощами. Одну луковицу разрезаем напополам и полукольцами. Перекладываем лук в миску. Теперь нарезаем помидор. Кубиком. Выкладываем помидор в миску с луком. Примерно грамм 70 сыра натираем на крупной терке. Также на крупной терке натираем 2 яйца отварных. Конечно же. Перекладываем в общую миску натертый сыр и яйца. Добавляем буквально немножко зелени, укроп или петрушку. У меня петрушка. И добавляем 2 столовые ложки майонеза. Не забудем посолить. Также выдавливаем 2 зубчика чеснока. Перемешиваем. Готово. Выкладываем филе в форму. Равномерно распределяем начинку по всем филе. Натерли второй кусочек сыра, который у нас оставался, и посыпаем сверху сыром. Смотрите, сколько много получается у нас, можно сказать, отбивных, всего лишь с одного филе. Прекрасное горячее блюдо на любой праздник. Все, отправляем наше блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов примерно на 20 минут. Готово, друзья. Посмотрите, какая красота. Сочная. Очень аппетитно.
вот это великолепное блюдо всего лишь из одного филе. Очень сочное. Потрясающее горячее блюдо на праздничный стол. Смотрите, какое оно сочное. Ребята, это бомба. Настоятельно рекомендую приготовить. Очень вкусно.